Всех приветствую. У нас конец октября, последние деньки. Листики все уже облетели, похолодало. Приехала на протоку реки Енисей, буду закаливаться и наслаждаться свежим воздухом и красотой природы. Присоединяйтесь, разомнемся. Пробегусь. Разомнемся, попрыгаем. Хорошее упражнение, чтобы разогреть все мышцы тела. Еще пробежимся. Будем закаливаться, разденемся. Так, будем закаливаться. Господи, дай мне здоровье моим родным и близким и моим друзьям. Аминь. Сегодня у нас 4 градуса тепла, ветер. Продолжаем закаливание. Очень обжигает вообще, капитально обжигает тело. Обкупнемся с головой, вернем. Thank you.
Закаливайте. Всем желаю здоровья крепкого. Иммунитета обязательно хорошего, отличного. Хороших выходных. Идите на природу и закаливайтесь. Всем пока-пока. С вами Ирина Масленко. Привет из Сибири от русалки. Всех люблю. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Выпьем чайку, чтобы согреться. Чай не сильно горячий, не кипяток, ну достаточно теплый, чтобы согреться. Вкусно. Спасибо за просмотр!